Ребята, всем привет! Меня зовут Аня, а эта игрушка под названием Plague Tale Requiem. Мы ее с вами продолжаем. Все как обычно, миллионная бляха-муха серия. Ну что ж, так, прежде чем начать, давайте вспомним, что было в прошлой серии. Прошлая серия была просто вау, можно сказать. Мы узнали вообще такую шокирующую вещь. Не буду спойлерить, сами посмотрите. Ссылку я вставлю. Вот, поэтому на данный момент мы, в общем, вот здесь вот торчим, потому что за нами гонится граф, чтобы нас убить, а делает это он потому, что... Да хер его знает, почему. Вот, он придумал какие-то у себя вымыслы в голове, что мы ему чем-то мешаем, чтобы он мог забрать нашего брата. Для чего-то. Но он, оказывается, все это время знал вообще, что происходит и так далее. Хотя он говорил, что он это выдумал. Ну, короче, очень все странно запутано. Непонятно. Короче, прикол в том, что нам нужно подергать сейчас рычаги, чтобы открыть двери. Давай, так, опять раскладка, Так, 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 у нас есть еще время немножко. Давай, давай, давай. Так, все, 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 все. Сорян, управление не сработало. Что-то я повернула в сторону, он меня захуярил. Короче, что нам нужно? Нам нужно дернуть два рычага, чтобы открыть ворота с двух сторон. Я не знаю зачем, но скорее всего есть предположение, что мы его сможем там запереть. Это единственный вариант, который приходит мне в голову. Давай, 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 давай. Все хорошо. Давай, 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 давай. Би-би-би-би. Да я здесь, кусок ты дебила, давай. Заходим. Заходим сюда. Выходим отсюда. Закрываем его и дергаем опять рычаги. Поехали. Так вот, вот так вот. До свидания. Что? Ах ты грязная. Грязная. Давай. На самом деле там еще... Не останавливайся, ты справишься. Конечно, справишься. А как иначе? Да ты задолбал меня. Конченый. Давай. В той серии он меня так душнил, его вообще было серьезно. Это моя работа. Находить и убивать. Ну ты ищи, убивай, а я пока... Прикол в том, что второй раз закрывать ворота нельзя. Бали. Да что такое? Чего пристаешь ко мне? Ладно, знаешь, что давай сделаем? Давай его подальше отведем. Вот сюда. Ведем его подальше, закроем с этой стороны. Закрыть. Прикол в том, что бегать тоже нельзя, потому что он это слышит. И нам только хуже от этого. Вот. Но это так долго, это так долго. Вообще просто... Жесть. Да, нужно его вообще подальше. Так, отлично. Одну дверь мы открыли. Сейчас мы отведем его в эту комнату, ближайшую. Закроем его там. Ну, точнее, мы закрыть-то его уже не сможем. Он выбил здесь. И пойдем на другую сторону.
Просто быстрее будет. С этой стороны нет смысла его запирать, он просто услышит, и это фигня полная. А нас это не устраивает, правильно? Правильно. Так, давай. Мы пока толкаем, он там типа идет такой, красавчик. Бля, я такой мужик, я все громлю, я ж вообще... Я ж жесткий, да? Так, ладно, давай возвращаться обратно в ту комнату. Я не знаю, зачем сделаны вот эти вот брождения бесполезные. Я не знаю. Это из разряда, ну, типа, у нас бюджет вот такой вот, надо растянуть игру. Конечно, молодцы, что вы растянули. Так, давай, ладно. Давай, по-быстренькому. Ой-ой-ой. Не-не-не-не, пошел нахер. Нахер! Чуть не поймал. Где ты, черт возьми? Я здесь. Прячешься, да? Ага. Да-да, прячешься. А вечно ты прячешься от меня. Да-да-да, вечно я. Бали! Слишком шумно, Амиция. Согласна. Слишком шумно. Come to me. Не-не-не. Отпусти, блядь. Беги. Ладно, знаете что? Это слишком душнилово. Я не хочу, чтобы полсерии просто вот этого фигни происходило. Сейчас пройду. И потом восстановлю запись. Так, ребят, я открыла, короче, вот эти ворота. Бай. Я открыла ворота, и мне интересно, что теперь делать. Да, потому что немножко, если честно, непонятно с этим. Я здесь должна что-то найти или что? Где же выход? Я для чего-то открыла здесь ворота. И что мне это дает? А, здесь двери есть, подожди. У тебя получилось. Невероятно. Эх, ты напоминаешь мне о прежних временах. О молодости. Но придется пустить тебе кровь. Прошу, останови это безумие. Какой-то неадекватный. Я не могу. Что в смысле? Не смей терять сознание, Гюго. Они заберут его. Вот именно. Матушка, Лука, ты должна их вывести. А, даже ценой боли. Так, бежать мы не можем, если что. Доставать оружие тоже не можем. Боль. У тебя такая боль. Ты хорошо с незнакома. Так используй ее против них. Я не поняла, она руку сломала или что? Не бойся. Да, ты... Но вид сущности, он никогда не был твоим. Он делает тебя. Гюго, не изменяй того, что с тобой было. Он не заполнит пустоту внутри тебя. Ты умрешь, как и все здесь. Нет. Он будет любим. Он будет сиять, как солнце, и разгонит эту тьму. А я буду матерью, наблюдающей первые шаги Бога. Заткнись! Это не твоя семья. Амиция? Ты еще жива? Где Гюго? Он там, беги, оставайся. Спасайся.
Ну, наконец-то. Прости, моя любовь, эта девчонка чертовски упорта. Уперта. А вот на это... А где мелкий, реально? Мне кажется, он сейчас будет колдовать своих крыс. Я же просто не могу ответить. Ты застала меня врасплох, молодец. Знаешь, я тебя поражаюсь. Ты бросаешься в святой уверенности, что можешь меня одолеть. И я одолею, брата, ты не получишь. Ах, какая самоотверженность. Хуя! Нет, нет, дочь моя. В тебе горит огонь. Но ничем не сдерживаемый огонь не делает из тебя солдата. Он лишь выжигает тебя изнутри. Я не солдат. Кто бы спорил, ты сражаешься не по своей воле. Я же сам выбрал эту жизнь, и потому ты проиграешь. Ну, посмотрим, кто еще проиграет. Ой, как он нежненько нас... Вставай в стойку, сражайся. Ты пошел, ну? Задолбал. Держи меч с достоинством. Это тебе не палка. С одной рукой сражаемся на минуточку. Никогда не бей, чтобы выжить. Бей, чтобы убить противника. Говори, что хочешь, все равно ты трус. Амиция! Кто ты такая, чтобы противиться моей воле? Я, Амиция, Дерун. Дерун. Я ни перед чем не остановлюсь. Заткнись. Блин. Так он нас как-то нежненько еще порезал, мне кажется, нет? Вот видишь, еще как склоняешься. Нет, нет! Он отрезал нам косичку. Достаточно, Виктор. Мы здесь не для этого. А при чем здесь косичка? Чем она провинилась? Прости. Мой муж слишком долго был на войне. Иногда он немного увлекается. Я завидую себе. У тебя сильные дети, ваши узы сильны. В твоем возрасте я могла лишь мечтать о такой любви. Но мы — это не главное. Ибо любовь создана, чтобы ею делиться, чтобы сделать ее светильником, озаряющий весь этот мир. Вот в чем предназначение чада углей. Любовь способна убивать, Эмилия. Когда ты это осознаешь, будет уже поздно. А где мелкий, блядь, я не понимаю. Для тебя смерть будет быстрой. Я так горжусь тобой. Нет, нет! А его чего, переодели уже? Ты посмотри. Жесть какая-то. Что со мной? Нас накрыло. Как будто нас вырубили, блин, снотворного дали. Я предлагаю кастовать. Ты представляешь, что у него сейчас будет? Он узнает, что его маму убили. А Мицу почикали конкретно. Там просто такой ад начнется. Ну что ж, мелочь. Амиция? О, мы, кстати, первый раз играем за Милка. Мама.
Амития! Лукас? Где вы, Лукас? Ля, какой нарядный. Где вы все? Чувак. У меня плохие новости для тебя. Мы в жопе. Мы в конкретной жопе. То есть, насколько я помню, первая часть вроде как закончилась тем, что Амиция спасает Гюго. А во второй части что? Хотят, чтобы Гюго спасался? Интересно, интересно. Что может случиться еще такое в игре, я не представляю. Ну, то, что он разозлится и выпустит крыс, это да. Это прям должно случиться. Всех почикает, там поубивает. Ой, голова. Мне это снится? Нет, не снится. Это на самом деле. Так, если что, бегать я не могу. О, там есть люди. Блин, мне так мелкого сейчас жалко будет, жесть. Чему нельзя бегать здесь? Мы выходим на улицу, да? Ну, крепись. А зачем маму убивать, я не понимаю. Это мне немножко непонятно, если честно. Что вы делаете? Эмили. А, мой мальчик. Мама, ты должен идти в постель. Вы убили ее? Нет, нет. Пойдем, я тебя уложу. Виктор, поднеси его в кровать, хорошо? О, сука. Ну погнали, блядь. What? Что? Сир, нам нельзя здесь оставаться. Идем обход. Это ты. Это ты. Я знала это. Эмили, я тебя заберу. Нет. Что ты делаешь? Прошу тебя, прошу. Со мной тебе будет лучше. Больше тебе нужно больше крыс. Больше крыс? Ля, что происходит? По хороводу ведутся. Выберите цель и нажмите, чтобы напасть. А, ну давай, вот этого. Вот этого ебаш. Вон там вот. Вот этот. Кто тут еще? А ее пока нельзя захреначить, кстати говоря. Вы все умрете. Интересно, насколько его хватит? Ой-ой-ой. Да пошли нахер. Ух, капец их что-то дохрена. Да отстаньте, че пристали? Че пристали? На что они надеются, я не понимаю. Она использует тебя. Нет. Ой, что-то их дохрена здесь. У меня сейчас силы закончатся, кстати. Ну, либо не закончится, либо мы сейчас просто раскастуемся, нихера себе. Давай, ебаш. Эмили, нет! Нет! Отпустите меня, отпустите! Сир, вы нужны людям. Ты! Вы не уйдете с этого острова, я вас всех поубиваю! Ага. Нет, 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 нет! Что вообще происходит? Амиция? Амиция?
А, Амицию, ты где? Я здесь. О, нет. Гюго. Гюго. Нет. Ответь мне. Скажи что-нибудь. Гюго. Нет. Да он не мертвый, с чего бы он умер, я не понимаю. Спасибо. Спасибо тебе. Все хорошо. С тобой все хорошо. С нами все хорошо. Я в шоке. Я просто в шоке. Получено достижение «Жизнь, которую мы заслужили». Следующая глава «Пустота». Я в шоке. Просто ничего не можно сказать по этой серии. Пожалуйста, Юго, скажи что-нибудь. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты нужен мне. Амиция, нам нельзя здесь оставаться. Он ничего не говорит. Нам нужно уходить. Юго, ответь мне. Амиция, нам нужно уходить. Куда? В гавань, чтобы уплыть отсюда. Я хочу отдохнуть. Отдохнешь, когда доберешься до безопасного места. Мы никогда не найдем такого места, Лукас. Никогда. Нам не будет покоя. Взгляни на него. Взгляни. Я выведу вас. Не думай. Просто иди за мной, ладно? Я проложу дорогу для вас двоих. Если понадобится, на себе понесу. Но я вас отсюда выведу. Вдохни поглубже и подымайся. Вот видишь? Давай, Гюго. Вот так. Я вас выведу. Чё-то мелкий вообще ку-ку. Нет? Я в шоке. Я в шоке. У мелкого походка еще такая. Сейчас разъебу вас всех. За мать, за сестру, за родину. Давай. Рука? О, для чё? Такое чувство, как будто бы он потерял, Гюго потерял какие-то эмоции. Он вообще никак не отреагировал на то, что... Смотри, он вообще не реагирует. Сейчас будет больно. Не шевелись. На. Видишь, он просто... Ноль эмоций абсолютно. Жестяк, конечно. Come on. Тупо машина-убийца. Все, он терминатор. Мне даже интересно, реально, к чему это все приведет. И будет ли, например, не знаю, третья часть этой игры? Не знаю, не знаю. Он уже за ручку нас не держит. Ты посмотри. Дыши. Дыши. Откуда у тебя арбалет? Я не понимаю. Чтобы туда попасть? А как нам туда попасть? Подожди.
А что, они открываются, что ли? А чуваки не могут открыть, да? А как же попасть туда? Опачки, а я нашла. А я нашла, как туда попасть. Секундочку. Разработчики здесь все подсветили, чтобы мы все видели. Чтобы не пропустили сундучок. Ну, давай. Хуяк. Пособираем, полутаем все элементы, инструменты. По-моему, я могу что-то улучшить. Я что-то могу улучшить, только я вот не помню, что. О, еще сундук. Давай. Все залутаем здесь. А, почему только один дали и все? Подождите, сейчас я тут поразбираюсь немножко. На что мне хватает? Мне хватает на усилив арбалетные стрелы. Амиция теперь может вытаскивать их из трупов врагов. Вау. Это тема на самом деле. Инструменты. Давай арбалет качнем. Убивать с броска. Нет, давай арбалет. Я хочу арбалет. Давно пора на самом деле было качнуть. А, так будет попроще. Получено достижение улучшенный барбалет. Ага. Барбалет. Капец, вы резко дернулись, я аж испугалась. Ой-ой, подлаги. Должен быть отсюда выход. Да. Смотри, вон там. Проход. Это наше спасение. Но как нам... на верхнем этаже должен быть какой-то способ добраться. И я вижу. Амиция... Я сделаю, что могу, подожди. Так, я вижу кое-что. Вот эту штуку мне нужно как-то... Здесь... Так, здесь... А как же туда попасть? А эта штука не дергается случайно? Но это оттуда должно как-то открываться. Ага, вижу. Все, вижу, вижу сейчас. Вот так вот. Так, сначала глаза, зрачки не расширены. Моргает редко. Ну, надеюсь, это у него шок просто. Шок. И все. Давай. Ой. А, я поняла, что надо делать. Нужно вывести телегу и выйти с той стороны, и мы будем молодцами. Мы красавчики, поехали. Тут что-то лежит, кстати. Hold on. Ой, здесь еще что-то есть. Так, подожди, прежде чем это все делать... да, это мы можем сделать. Но подожди, там есть еще что-то. Может, там сундук есть? Так, древесная смола. А, у меня все под фул, извините. У меня слишком много всего, оказывается. А что здесь? Что мы можем здесь? Так, можно, пожалуйста, как-нибудь? Что, опять секреты какие-то? Ну и хаос. Я не могу. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Где мы все? Где мне взять силы? Прошу. Я не могу. Бля, так сложно озвучивать плачущих героев, я не могу. Мне самой плакать хочется. Новое воспоминание беспорядок. Ага. Просто поплакали, ну ладно. Это нам нужно было, согласна. Давай. Вот так, вот это вот сюда. Вот так вот. И теперь тащим, 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 давай. Осторожней. Отлично, ты молодец. Ага. Да, я великий молодец, погнали. Все ок?
Его сознание больше не здесь. Думаю, дело не просто в шоке, это Макуо. Значит, он уже не вернется? Пока нет. Нужно что-то делать. Застряло. Нам туда не забраться. Другой дороги нет, Лукас. У тебя же есть взрывчатка. Амиция, давай отодвинем и посмотрим, что за ней. Блять, что за хуйня? What the fuck? Он гасит огонь. Мы такое же видели гробницы носителя. Бля, зря мы его сюда привели. Она убьет солнце. Что? Убийца солнца. Пожирающая свет. Она существует. Я дома. Нет. Нет, нет, это не твой дом. Посмотри на меня, Гюго. Это не он, Амиция, это Макула. Он пытается заполнить мне пустоту, оставшуюся после смерти матери. Я должна была ее спасти. Но мы еще можем отомстить. Ты слышишь меня, Гюго? Мы найдем этого графа и убьем его. Нет, хватит. Нужно увести Гюго как можно дальше от этого проклятого острова. Мы теряем его, Амиция, соберись. Ты должна ему помочь. Разговаривай с ним, ты ему нужна. Ну да, если... А смысл убивать, типа... Ну, убьешь ты или что? Легче-то не станет. Окей, окей. Так, ребят, знаете что, я думаю, на этом моменте мы закончим. Серия тоже вышла очень такая вау. Последние серии, я думаю, будут прям четко огонь. Советую всем посмотреть предыдущую серию, потому что предыдущая серия тоже очень даже хорошая получилась. Поэтому не забывайте лайкать, комментировать, подписываться. Всем пока!